разборок. Ого! Ого, ну, как они кричат. Девушки, а что это? Кто сказал, что на работу надо? Кис-кис, да? Здорово. Что это такое? Это Пол Митчелл. Это вот. Ну, а мы идем дальше. Как зовут собачку? Сейчас мы узнаем. Как зовут собачку? Наша программа продолжается. И я приглашаю девушек пройти на старт велопарада на аллее арок. Приглашаю наших очаровательных девушек пройти на старт. Сереги, пока. Так, как зовут? Екатерина, вы готовы? Так, Юра готов? Готов. На старт. Внимание, марш. Объезжаем конусы пингвинов. Отлично, отлично, едем. Один конус не объехали, второй тоже. Заходим на круг. Дай пять. Раз, два, есть. Лопаем шарики, самые интересные. Один шарик мимо. Давай вторая попытка. Есть шарик. Один шарик. И теперь на скорость. Техподдержка спасает трассу. На скорость, ускорение. Ускоряемся, есть финиш. Записываем время. Следующий участник, как вас зовут? Александр. Александр готовится к старту. На старт. Внимание, марш.
солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до ста лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали.